We're a thousand miles. Привет, я Вика Хорс, и вы попали на мой новый видос. И сегодня мы снимаем породный обзор номер 5. И в этом породном обзоре мы посмотрим первую часть арабов. Это видео про арабов будет в двух частях, потому что их у меня слишком много. И в одно видео они бы просто не уложились, или видео бы получилось в районе 10 минут. Поэтому сегодня мы посмотрим 4 лошадки, и в следующем обзоре тоже 4 лошадки. Давайте начнем. Погнали! И первая наша лошадка — это вот такой вот арабский жеребец Граф. Это перекрашенный жеребец, то есть это не как бы не задумка шляха, это перекрас с вот этого вот жеребца арабского, да. Вот сказал вот Граф, он вороной масти, у него есть такие розовые резиночки, фокусируй, вот, нормально. Вот, он мне тоже очень нравится. Это из набора «Календарь лошади» 2017 года. Там еще и перекрашенная понька идет у нас. Вот, арабский жеребец. Его специализация в нашем КСК – выездка. Ему у нас в КСК 4 года. Вот, он очень красивый, повторюсь. Мне он тоже очень нравится. У него здесь такая вот отметина. Не знаю, как называется, пишите в комментариях. Вороной он масти, очень-очень красивый арабский жеребец. Совершенно недавно я обрела к нему полную любовь. Обзор с этим жеребцом вы можете найти внизу у меня на канале. Также будет, на это видео будет ссылочка в описании. Следующий наш конь — это вот такой вот арабский жеребец. Его у нас рассказывает Лорд, у него здесь такие белые резинки. Да, он темный гнедой масти, у него здесь такие носочки, клочки, вообще правильно называют. Вот, его у нас КСК зовут Лорд, ему у нас 6 лет, вот у него жеребенчик, есть каблука. Он очень красивый тоже, ну, арабские лошади у него, в принципе, все красивые. У него вот этот, в частности, он мне тоже очень нравится. Купила я его достаточно давно, приобрела, вот, он очень такой вот изящный, красивый. Мне он также очень нравится. Вот, у него очень выразительные глаза и прям мордочка с этой ворокой смотрит божественно. Вот. Он у нас КСК, лошадь, замечательный, так же, как и Граф. Дальше это вот такая вот арабская кобыла. Ее у нас в КСК зовут Диана, ей 7 лет, ее специализация выездка. Она сделана в позе рыси. Здесь вот у нее такие вот резиночки, такие косички. Фокусируй. Хвостик у нее просто, вот очень выразительные глаза на серой, светло-серой масти. Ножки у нее такие вот тоже темненькие. Вот отсюда тоже она очень красиво смотрится, очень изящная. Она также у нас лошадь в КСК, у нее нет хозяйки, хозяина. Вот очень красивая, она тоже, это, ну как бы лошадь у меня тоже давно, я ее не недавно приобрела, там она давно. У меня вот очень красивая кобылка, мне прям очень нравится, и играть с ней тоже одно удовольствие. Арабы все изящные, это тоже очень изящные. Здесь у нее немножко носик потерся, но не страшно, но глазки выразительные, это ну, как бы все здорово. И это кобыла Лорда нашего, и сейчас мы посмотрим последнюю лошадку, жеребенка. Арабская порода, жеребенка Дианы и Лорда. Дальше, это вот такой вот арабский жеребенок Парфюм, последняя лошадка, которую мы посмотрим сегодня. Жеребенок Лорда и Дианы, он очень похож на Лорда, очень красивенький. Камера не передает его цвет, но на самом деле гораздо светлее, чем передает камера, у него такие чулочки. Ему у нас в КСК пока что год, ему он пока больше проявляется в выездке, чем в конкурино, потому что у него родители специализируются на выездке. Очень он красивый, тоже изящный, сделан в позе рыси. Очень такой маленький, милый и мимимишный. Гривка у него стоит, хвостик как бы такой, развивается на ветру, можно сказать. Бежит он рысью, очень тоже красивый у него рысь, очень красивые ножки. Сам он такой тоненький, прям маленький-маленький. А наша арабская кобыла Диана присутствовала в сериале «Тренировка». Ссылочка на плейлист со всеми сериями в описании. Ну и на этом все. Всем пока, с вами снова была я, Вика Хорс. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!